Добрый день, друзья. Я Диана Афлидянева-Воронина, врач, и записываю отзыв о практикуме 50 клиентов коучинг за 3 недели, которую я проходила у Святослава Дотова и у Елены Лавниевой. Кто же мне дал этот практикум? Это целенаправленный поиск и привлечение клиентов, это распределение и планирование своего рабочего дня, новые подходы и новые фишки при написании постов. Был мониторинг за нами абсолютно на каждом шагу. Мы могли обращаться в каждую минуту и при каждой же нашей просьбе получали квалифицированную помощь. Я очень довольна этим практикумом в том плане, что я еще сконцентрировалась. У меня еще открылись новые видения, прозрения у меня произошли в плане того, что я могу создавать новые проекты, я могу писать новые темы. И Святослав и Елена целенаправленно дают то знание, при котором вы можете потом строить свой бизнес сами. И с ними очень легко общаться, с ними очень приятно общаться. Вы не чувствуете никакого давления со стороны их. Была на практикуме очень свободная обстановка, очень дружелюбная обстановка. Мы помогали друг другу, мы делились своими впечатлениями, писали свои итоги, свои результаты, принимали в этом участие абсолютно все участники этого практикума. Я советую вам проходить у Святослава Дутова и у Елены Лавневой любой практикум и любой тренинг, друзья мои. Это не только то, что я вам перечислила, они дают. Они еще дают огромную психологическую поддержку, что немаловажно при каждом бизнесе. И у вас есть люди и человек, к которому вы можете обратиться в каждую минуту, и они могут в каждую минуту вам оказать помощь. Так что я советую вам, чтобы вы обязательно пришли к ним в коучинг. Они очень многому вас научат. И действительно, то, что они говорят, действительно это все происходит. Но при одном условии, друзья мои, как мы все уже знаем, если мы сами не будем действовать, то никакие практикумы и никакие тренинги нам не помогут. Я вас всех целую, обнимаю. Мне было очень приятно с ними работать. И всего хорошего, друзья. Пока.